После драки кулаками не машут, думал Андрей Втанеев, но ошибся. Спустя год после потасовок с агитаторами «Единой России» ему пришли обвинительные заключения. Андрей обвиняется по части 2 статьи 116 Уголовного кодекса «Нанесение побоев на почте политической вражды». Что интересно, его противник в спарринге по статье 115. Причинение легкого вреда здоровью из-за личной неприязни. По мнению Втанеева, здесь есть показательный момент. Наказать его накануне выборов губернатора, чтобы другим неповадно было. Многие факты говорят об этом. Это первое дело, когда по этой статье посадили кого-то в ВВС. Первый раз в нашей стране депутатов и кандидатов в депутаты законодательного собрания во время выборов, на день выборов посадили в ВВС, чтобы исключить возможность контроля за выборами. То есть все у нас, нарушение закона произошло в рамках этого дела в первый раз. Не стесняясь, генерал Никитин выходит в свой выходной подписывать это дело. И вот что имеем, то имеем.